четверг, 31 мая в 9:00 на телеканале «Россия-1». Смотрите программу «Свой взгляд». Отправимся в деревню Рубчило в передаче «Родные сердцу имена». Татьяна Романова расскажет о детском сборнике стихов, сказок и рассказов «Кумалико» в передаче «Комната книг». Юные кулинары Федя и Леша приготовят омлет и манную кашу в передаче «Домашний кулинар».